должны оптимизировать расходы, но при этом не трогать фонд заработной платы и социальные выплаты. Об этом сегодня сказал глава республики на традиционном собрании Совета местного самоуправления. Егор Борисов также подчеркнул, что механизмы поддержки нуждающихся семей должны быть в приоритете. При этом выявлением таких граждан должны заниматься администрация села и общественные организации, а на сельском уровне это объединение по микрорайонам. Отныне адресная помощь будет оказана двум категориям граждан – это асоциальные и особо нуждающиеся. Мы будем оптимизировать расходы. При этом решение по зарплате будет приниматься последним чем. Оптимизироваться другие расходы решения. Мы по принятым приоритетам затраты будем наращивать по поддержке людей и по поддержке местного производства в последующих бюджетах. Но при этом, если возможность, необходимость будет сокращать что-то, то мы будем сокращать, кроме зарплаты, оптимизировать ее вида. Председатель об этом знает, министр знает об этом. Его даже знать. Ну, по остальным пройдемся. Я сказал, чего бы не стоило, эта работа будет не поможет.